Всем привет! Хочу вам показать обзор на электрическую зубную щетку фирмы Polaris, модель PET-B0503PK-TS. Вообще они представлены в трех цветах, белый, черный и розовый, но я выбрала розовый, как видите. Красивый такой девчачий цвет. Вот, пришла она в такой коробочке, плотненькой. Опа. Внутри у нас есть инструкция. Дальше идет вот здесь сама вот эта щетка лежала. Уж не буду упаковывать все, как было, конечно, потому что я ей пользуюсь. Здесь у нас лежал зарядник. Вот тут такая накидка специально, потому что от щетки вот сюда вот так входит. Вот сюда упирается, чтобы не повредилось ничего. Продумано все. Дальше здесь еще одна коробочка у нас находится. В ней три сменных насадки. Они абсолютно одинаковые. Такие. Здесь уже не помню, что лежало. Есть вот такой вот штыречек пластиковый. Он специально для того, чтобы можно было вот так закрыть штырь и транспортировать, ничего не повредив, не сломав. Вот от зарядки. И также есть у нас чехол для транспортировки и хранения. Сюда вот так вкладывается, показано на рисунке, как щетка. Сама сменная насадка вот так вот хранится. Сюда можно еще одну насадку положить. То есть, если вы пользуетесь вдвоем, можно вот так взять с собой чехол, зарядку и поехал. Все прорисовано. Дальше. Насадка сменная одевается до щелчка. Есть уровень заряда. Без зарядки она может до 60 дней в режиме sensitive, в стандартном, работать. Но, если что, заряжается за 6-12 часов. Уровень шума у нее небольшой, 67 дБ. 2 года гарантии на нее дают. Это много, в принципе, для техники, тем более для такой. Расскажу подробнее о режимах работы этой зубной щетки. Тут есть режим Gum Care, он светится. Это уход за деснами у нас. Он совершает 31 тысячу пульсаций в минуты, работает 3 минуты. Вот так медленно шевелятся щеточки. Следующий режим Polish. Он делает 33 тысячи пульсаций в минуту, также работает 3 минуты. Предназначен для осветления и полировки передних зубов. Следующий режим, стандартный, которым обычно будем пользоваться, это режим Sensitive. Он делает 33 тысячи пульсаций в минуту, работает 2 минуты. Предназначен для бережной защиты зубов, для чувствительных десен и чувствительных зубов. Следующий режим White. Он делает 48 тысяч пульсаций в минуту, работает 2 минуты. Предназначен для отбеливания зубов. Это наибольшее количество пульсаций. Вот именно на этом режиме его часто использовать нельзя, чтобы не повредить эмаль. И последний режим Clean. Он делает 41 тысячу пульсаций в минуту, работает 2 минуты. Предназначен для эффективного удаления зубного налета. Что хочу сказать. Даже на режиме Sensitive, на стандартном, которым я пользуюсь, буквально через пару раз уже заметно то, что эмаль посветлела. Головка у зубной щетки, она гораздо меньше, чем обычная стандартная зубная щетка. Делает выметающие такие движения. Видно, надеюсь, на видео. Благодаря тому, что она маленькая, можно удобно подлезть хоть куда, хоть под какие-то коронки, там, отсутствующие зубы. В общем, удобная она. На каждом режиме после 30 секунд работы зубная щетка всегда делает такую небольшую остановку, паузу, для того, чтобы вы поняли и смогли это время потратить на перемещение щетки на другую область очистки. В общем, пользоваться ей легко и удобно, так как корпус влагозащищенный, у него уровень влагозащиты IPX7, ее можно спокойно споласкивать водой, естественно, не окунать вот так, а просто сполоснуть, как обычно, зубную щетку, здесь вымыть и все, и повесить, сушиться. Когда надо сменить или просто убрать насадку, мы ее так с усилием довольно-таки вынимаем и храним, убираем. Далее покажу вам в работе зарядное устройство. Оно здесь с разрезиненными такими ножичками, чтобы не скользило по столу. Как бы показать. В общем, вставляется он надежно. Хорошо вставляется. Теперь покажу вот так вот боком, чтобы было все видно. Пока ничего у нас не горит. Стоит нам одеть. Опа. Все индикаторы загорелись. И горит красненький, моргает, показывает нам зарядку. Процесс. Вот так она работает. Очень легко и просто. Можно сказать, бесконтактная такая зарядочка. Ну, в общем, я вроде бы все о ней рассказала. Что вспомнила, что могла, что увидела. Щетка мне понравилась. Пользуюсь я ей уже несколько месяцев. Здесь вот защитный чехол даже снимать не стала. На всякий случай пусть будет себе. Кнопочка здесь всего одна, то есть не запутаешься.
Все легко, удобно, понятно, красивенько. Налет на зубах образовывается меньше. Они на ощупь такие более отполированные, чем после обычной зубной щетки зубы. Ну и эмаль посветлее, конечно, гораздо посветлее. Единственный момент, если у вас в данный момент стоят временные пломбы, то, конечно, щеточку придется отложить до того, как вам сделают новый красивый зубик. А так щетка очень даже хороша. Вот такой получился у меня обзор на зубную щетку фирмы Polaris. До свидания, пока-пока.